Когда вы готовились к нашей встрече, вы написали список людей, части людей, которых вы помните, которые погибли из ваших односельчан. Вы можете сейчас? Да. Могу. Пожалуйста. Ой. Ройтман Шулем Лейбович. Это мой родственник. Ройтман Маня Мотева. Это жена. Двое детей. Но не знаю их имя, уже забыла. Радар Йосиф, это тоже родственник. Радар Липа, это его сын, Йосипович. Еще двое детей, но не помню их не звать. Гидингеш Фишл, Хаскельберг Цолик, Крот Двося, Карповский Йосиф, Карповский Вельф, Карповская Геня, это моя подруга, Бронфман Липа, Бронфман Лесько, Бронфман Хайка. Их дети двое. Швейсман Фрида, Фридл, Швейсман Йосип, Бекер Хася Лейбовна, Бекер Лейб Михайлович, это мой отец, Бекер Бейла Хаимовна, Бекер Хиль Лейбович и Бекер Гершл Лейбович, Швейсман Мотл Йосипович, Арбисман Цолик, Арбисман Менци, Арбисман Хайка, Арбисман Ада, Гершинцвит Симка, Гершинцвит Муня, Макаровский Цолик, Макаровский Лейзер, Чудновский Хилик, Чудновская Голда, Чудновская Роза и Шпольберг Сара. Есть еще список, но вы не будете ждать, пока я еще их напишу. Но хватит. 20-31 человек. Там в Уланове, где расстреляны эти люди, на памятнике написаны их имена? Их имена не написано, но написано, сколько усанецких человек похоронены и сколько улановских. Человек. Сколько саницких убитых? Не помню. А улановских? Тоже не помню. Написано там золотыми буквами, записано, но я не помню. Не помню, не скажу вам. Вам известно хотя бы приблизительно количество людей, которые погибли там, ну, у вас? Ну, говорят, что как будто 4000. 4000 там в той могиле. Могила большая. Вот, трубами обгорожены и памятники стоят. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам тоже. Что это за фотография? Я с мужем.